Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей, и вы находитесь на канале Казаков Gamer System, то есть КГС. Мы проходим игру Fable Anniversary, переизданный. Сейчас я немножко оклемаюсь, и сейчас будет все хорошо. Я просто только недавно проснулся, кофейку себе навел. Желаю приятного дня! Какого дня? Уже ночи. Я целый день спал. Дня. День приятным не может быть. Давайте посмотрим, что там за безумный. Псих какой-то сидит безумный в тюрьме. Где? Эй! Ты что ли? Здорово. Наконец-то хоть один собеседник. Ты должен вытащить меня отсюда. Да, а чё? Мэр хочет моей казни. Вот что бывает, когда начинаешь задавать много вопросов. Эта баба — сущий дьявол, но никто мне не верит. А все потому, что я ошибся насчет стражи. Я думал, они травят воду, чтобы управлять нами во сне. Ее сестра была чистым ангелом, и каким бы прекрасным мэром она была, но леди Грей убила ее, я чувствую это. Ты должен помочь мне доказать это, иначе Бауэр Стоун останется под ее гнетом, а меня казнят. Ну давай, конечно, поможем. Вдруг этот мэр ни хрена не нормальная баба. А я знал. Ура! Наконец-то! Мы одолеем эту чертову ведьму! Все, что нужно, это заставить ее погибшую сестру открыть тебе правду. Не смотри на меня так. Все знают, что привидения существуют. Ты их видел, я их видел. Да все их видели. У сестры леди Грей Аманды был воздыхатель по имени Родри. Неплохой парень. Обычно его можно найти в холмистых полях. Если кто и способен вызвать ее из небытия, так это он. А, я знаю этого Родри. Круги на полях, похищения, истина где-то рядом. Ну, этого парня вы знаете, мы встречали его около двери, который хочет, чтобы мы были жирными. Ну что ж, давайте задание проходить. Нечего тянуть. Слушайте, вы все обречены. Я сейчас обречу, наверное, на погибель, там какие-то миньоны желтые будут меня атаковать. Ну, наверное, помните, кто такие миньоны? Такие маленькие существа сейчас нападут на меня и будут убивать. Точно не порезали. Больно их много было, нам никак не сдюжить. Схватили они археолога и потащили вон на тот холм. Не знаю, что они с ним сделают, но уверен, ничего хорошего. Ну, а что еще хорошего? Хрена себе. Придется вам его спасать. Да поскорей, времени-то мало. Это миньоны? Слуги тьмы схватили археолога. Я иду! Я тоже иду! Ни хрена себе, миньоны! Еще один! Первый раз такое вижу! Эти твари чистые зубы! Ни хрена себе! Хрена себе, они сложные, кстати! Не, серьезно, они сложные очень. Не, блин, они очень сложные. Это что за хрень? Не, миньоны, я от вас не ожидал. Я думаю, желтенькие, маленькие, миленькие. Есть один сдох. Еще один сдох. А ты как бы стреляешь какой-то хренью, да? Ой, бочка взрывательная. Я так и знал, что сейчас не поздоровится. Все. Так. Че, все охранники, что ли, сдохли? Вы че? Капец. О, сундук. Так, дорогие друзья, миньоны это не очень уж хорошие желтые существа. Модификатор уколы. Давайте его поставим сразу же. Как? А, да, вот. Забыл совсем. Миньоны это не очень уж хорошие существа. Сейчас мне шутить даже не на чем. Не ожидал я, что они такие злобные. Вот сюда можно модификатор поставить. Укол. Давай. Все, модификатор укола поставлен. Сейчас кофейку глотну и побежим дальше. Надо археолога спасать. Ой! Ах ты! Да снова еще один! Сколько вас должно здесь появляться?
А, ну ладно, это хотя бы легко. Ну-ка, дай не по одному. Еще один, еще один! Вы че, охренели, слуги тьмы? Слуги тьмы, блин, как еще звучит-то угрожающе. Да прекратите вы! У меня жизни постоянно уходят. Так, сейчас, надеюсь, все. Ага, ща, конечно, обрадовался, блин. Чтобы все так было легко и просто. Да хрен там. Они, кстати, появляются из ниоткуда просто. Слуги тьмы возрождаются из пепла. Поняли, кто такие миньоны? Это слуги тьмы. Ни хрена это не добрые существа. Это слуги тьмы. Кстати, а миньоны не всегда были из плохих. Эби, новый длинный лук. Вот это да. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Так. Я хоть и не пользуюсь луком, но нужно, чтобы у меня было все чин по чину. И лук хороший. Не, бочку эту я трогать не буду. Вот так. Ну что ж, дальше бежим. Мельничный холм. Я здесь, кстати, впервые, я здесь еще не был. Мне самому интересно. О, мельница появилась. Ты чё удумал? Мне теперь, чтобы тебя победить... Мне нужно тебя победить, а потом это откроется. Призывающий миньонок создал преграду, но после его смерти она должна пасть. Ни хрена себе! Да прекратите вы! Я сколько жизней-то уже потратил, вы чё? Их только так можно выносить, они вот блоку хорошо ставят. Охренеть, мне приходится выносить их своими суперударами. Я так и знал, что вы очень плохие усы, торговцы. Нафиг они мне нужны. Здесь как бы тоже ловить можно. Ясненько, иди сюда. Они появляются из ниоткуда просто. Капец, взрывательные бочки. Что они здесь делают? Так, хорошо. Дальше. Здесь, на помощь! Ах ты, сой, блин, это было больно. Давай, охране, помогай. Мы должны убить этих миньонов, они плохие. За тобой. Молодец. Помогай мне. Сейчас посмотрим, что у нас в доме. Спереть что-нибудь можно? Ничего интересного. Охренеть. А здесь кто-нибудь есть, а? Не вижу миньонов. Ничего интересного. Пойдем дальше. Здесь кто-нибудь есть? Я этих миньонов всех уничтожу. Пойдем скорее, что ли? Твоя жена сегодня пирог печет. Это ты сказал? Охрана научилась говорить другие слова. Вот это да. Я прикрою. Ты тип выпендрился, миньончик, а? Чё ты выпендриваешься? У меня этих жизек... Ой. Чтобы останавливать жизки, знаешь, сколько эликсиров? Ты не знаешь. В магазине столько нету. Дальше. Руби их! Руби их! Они сделаны из чистого сплава, из чистого железа. Из чистой тьмы. Какой нахрен руби? Ты пошутил? Блин, они сильные, мощные существа, серьезно. Сейчас я сражусь с тем, который поставил защиту. Я тут, за тобой. Погоди, здесь должно быть еще, я уверен. Так, какой-то ящик. Ой, сундук. Подсказка 6. Там охранник, блин, он же сейчас его уничтожит. Нет!
Нет. У него жена есть, дурак. А ну не трогай его. Слуги тьмы. Че ты выпендриваешься? Блин, ты че на охранника-то нападаешь? На меня-то боишься? Так, восстановили жизнь. Преграда пала. Скорее беги, спасай археолога. Сейчас, погоди, я посмотрю, что тут есть. Мужик, живи и радуйся, а то они тебя реально убьют. Сейчас я проверю здесь все. Как насчет лекарств? А что, тебя подлечить, что ли, можно? Тебя серьезно подлечить можно? Что-то музыка пошла нагнетающая. Где-то еще враги? Как насчет лекарств? А как? Как их подлечивать? Их можно подлечивать, что ли? Как насчет лекарств? Кажись, они идут к Баргинской темнице. Блин, только сам себя использовал. Я не знаю, как их лечить. Ой, да, я не знаю, как лечить охрану. Извини, я не знаю. Нужна помощь. Да как я тебе помогу? Я не знаю, как вас лечить. К Баргинской темнице? Это там, где мою мать, что ли, держат? По-моему, да. Да. Так, висельные леса. Я надеюсь, он за мной не увяжется. А то его тут скоро грохнут. Лучше не надо. Ой, снова. Ну нет, 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 только не это. Это плохо, очень плохо, и ты увязался за мной. Ты помереть, что ли, решил? Зря а твоя жена печет. Я тут на рыбалку собрался. Кто, я? Ну да. Мне нужна помощь. Я понимаю. Но я на рыбалку собрался, как ты сам сказал. Мне нужна помощь! Хрена себе, я выношу их так же, как и выносил раньше. А я все еще такой слабенький. Я все еще такой же слабенький, какой и был. Капец. У меня там, наверное, уж археолога убили в темницу. О, сдох охранник. Я предупреждал. А ну-ка прекрати. Но все равно я помощнее стал. Там охранник мне говорит, пойдем, пока не поздно. Да погоди, ты не видишь, я сражаюсь тут с этим каменным троллем. Достали вы меня уже все. Так. Ух, хорошо с утречка поиграть так. Мне нравится. Да погоди ты. Все. С ним я справился, погоди, охранник. Ничего себе, вы чё? Хрена вас тут. Я думал, я уже все справился, как бы. Блин, это было плохо. Чёрт, сколько миньонов-то, вы чё? Охрану не трогать. Хрена себе, какие-то колонны. Красота, кстати. Красота. Мне нравится. Так, у охраны появились жизни. Сейчас они сдохнут. Это я уверен. Ну давай, давай. Миньончик самый главный. Миньончик самый главный.
Я иду за тобой! Все. Вы все за мной, да? Ну, давайте. Так, мне сюда надо. Путь в тюрьму. Ну что ж, последний путь в тюрьму. Так, кофе кончилось. Ну что ж, не будем медлить, бежим. У меня на мече укол, у меня на мече огонь и два охранника за спиной. Скорее, они почти дошли до корабля, у тебя мало времени. Сколько? Но времени, хрена себе, вот это неожиданность! Ты чё? На время, вы чё, давай! Прискиньте на время! За 5 минут я должен успеть спасти его! Ты чё, какие нахрен 5 минут? За 5 минут я не справлюсь! Быстрей! Давай! Давайте бейте остальных, дураки, вы чё, ко мне-то помогаете? 5 минут, ни хрена себе! Какие нахрен 5 минут, да не бейте вы меня, не бейте Тесар! 5 минут! И все снова станет на место свои! 5 минут! И всех с Новым годом я поздравлю снова. Что несу, не пойму никак, что я несу. Осталось 4 минуты. Чего не может быть, а посмотри, их еще много. Еще 4 минуты. А скоро будет уже 3, а их еще очень много. Ну вот и все, у меня помощников больше нет. Ни хрена себе вас тут! И как я должен успеть? Ни хрена вас тут! Вы чё творите? 3 минуты осталось! 3 минуты! Какие 3 минуты? Вы чё? Как я успею, да? Может успею, я не знаю. Три минуты осталось. 5 минут это мало очень. 5 минут это мало очень. 5 минут это мало очень было. 3 минуты. Да сдохни ты, тварь. Не, нахрен этот опыт. Вы чё, шутите? Какие нахрен ты? Вы чё? Давай, 2 минуты осталось, 2. Две минуты. Ну сдохнешь ты, тварь, 2 минуты. Я уже почти подошел, вон он стоит. И охрану возле него. Ни хрена себе! Вы чё это? Чё вы творите? Какое? Как я успею-то? Я один не справлюсь. Вы чё творите? Может, надо его охрану убить? Я не знаю. 2 минуты, вы чё? Какие нахрен 2 минуты? Хрена себе, 2 минуты. 1 минута, какие нахрен 2 минуты? Одна минута, чё я пою, какая нахрен, какие нахрен 2 минуты?
Одна минута, меня трясет всего, я не успею. Полминуты осталось, 30 секунд. Ни хрена себе. Последний. Сдохни, 10 секунд. Давай, 11. Пять. Две, одна. Скорее, они почти дошли до корабля, у тебя мало времени. Как? И как? Дорогие друзья, как это сделать? Подскажите кто-нибудь как? 5 минут мне дают всего, 5! Почему 5? Почему не 6? Бежим прямо туда. Не буду обращать внимания, там начну сразу их убивать. Ух, сколько вас! Да вы откуда такие, миньон? Да ты... Пропусти меня! Уши давай! Охренеть! За 5 минут! Сколько их сзади за 5 минут сразиться со всеми? Но! Давай! Ничего себе, зря я посмотрю назад! Давай! Давай! Еще один бумер! Ни хрена вас тут, вы чё? Еще один. Не знаю, может быть и успею, может что-либо да успеем. Охренеть вас тут, вы... Может я что-то неправильно сделал в самом начале, я хрен его знает, вы чё, миньоны? Вы гадкие, точно вы гадкие, я ненавижу вас, может это синие, которые самые плохие. Еще один. Одним махом. Красавчик. Одним махом. Хуя себя, сейчас я уже моментально с ним справлюсь. Значит, надо было сразу бежать сюда. Еще одного. Последние два остались. Значит, было сразу сюда бежать. Ну и чё, ты последний, а? Все, последний. Последний, а, неудачник. Все, ты сейчас сдохнешь. Ты спас меня. Хотя, если б не ты, сидел бы я спокойно в своей пещере. Да-да, я знаю дорогу к Баргитской темнице. Я же знаю все. Потому-то, если они меня снова найдут, я погиб. В любом случае, к темнице ведет старая дорога через великое кладбище. Ее не открывали уже много сотен лет, но это уж ты сам на месте разберешься. А я тут задерживаться не собираюсь. Мало ли еще мест, где можно спрятаться. Я надеюсь, тебя не надо будет больше спасать. Фу, шлем слуги тьмы. Гребаные миньоны. Друг семьи. Зайди в гильдию за заданиями. Друг семьи. Ха, другом семьи стал. Модификатор серебра. Ты получил новое задание. Фух. Успел. Зайди в гильдию за заданиями. Да погоди. Блин.
Правда, наставник, подожди немного. Мне хреново. Ой, у меня аж башка раскалывается, охренеть. Это было сложно. Я вам скажу. Не, я телепортироваться не буду, хочу пройтись пешочком. Я здесь столько всего пропустил, пока сражался. Какие трусы, кстати, появились. О, враги. И ветер. Ветер воет. Небо мглою кроет. Хрень. Которой я уже давно не боюсь. И чё? Все, это черная рука. Помните их, которые могли меня просто так выносить легко? Гребаные миньоны, не хочу больше вас видеть, все. Скорее вы сдохнете. Хрена себе! Ты чё? Прекрати, дурак! Скоро вы передадите привет Аво. Эйво. О, мне сюда надо? Холм Палача? Это вообще другое место, стоп. Не понял. На картинке палачное место появилось. Ну, знаете, это место-то, где голову-то отрубают. Ни хрена себе, вот это вот серия выйдет. Я впервые проиграл, впервые меня миньоны только так выносили. На-на-на-на-на! Ничего себе! Кладбище нежити! И могилки появились на экране. Поговори с могильщиком. В смысле? Так у тебя полный набор. Он же обалдеть сколько стоит. А то. Взломал я, значит, склеп, а они все там так и лежат. Ты бы их припрятал, пока кто другой не стащил. Да уж как-нибудь. Я их по всему кладбищу рассовал. Никто не отыщет. Даже нежить всякая, что тут бродит. Повылезла, понимаешь? Я шлем-то не успел заныкать. Ну да ничего, тут полежи. А ворота я открывать не буду, пока все не продам. Что это? Там кто-то есть, я лучше пойду. Убирайся из моего дома, попрошайка. Хорошо, я ухожу. Пойду поищу себе ночлег. Тип прикинулись? Типа я не заметил, да? Типа я такой дурак. Дорогие друзья, нежить мы будем рассматривать в следующей серии. В следующей серии будет у нас нежить. Я сейчас просто как не очень готов с нежитью встречаться. Мне после миньонов вот так хватило. Миньонов мне очень на сегодня хватило. Ну что ж, дорогие друзья. На этом все. Миньоны нас сегодня просто потрясли. Они нам дали жару, просто дали жару, эти миньоны. Я не представлял, что они могут быть такими сложными. Да я вообще их никакими не представлял, пока не увидел. Я охренел, когда был
появилось, блин, еще 5 минут. Я че? 5 минут. Новый год, что ли, наступает? Я не понял я сначала, ну ладно. Дорогие друзья, на этом все. Меня зовут Андрей. Вы находились на канале Казаков Геймер Систем, то есть КГС. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. И мы проходим игру Fable Anniversary переизданная. А так, всем удачи, всем пока. До скорых встреч.